Директор 547 школы Санкт-Петербурга госпожа Анна Геннадьевна Малая. Президент спортивной федерации УШО Санкт-Петербурга Александр Николаевич Болсуновский. Сейчас небольшие вступительные приветственные слова. Сначала слово предоставляется Евгению Дмитриевичу Григорьеву, председателю комитета по внешним связям. Наверное, так все слышно, да? Очень хорошо. Дорогие друзья, добрый вечер. Надо, я не знаю, слышно? Надо, хорошо. Раз надо, значит надо. Добрый вечер. Ну, мне, во-первых, досталось, наверное, самое простое и самое сложное. То есть, как любил говорить недоследный руководитель, начать, чтобы процесс пошел. Если чуть-чуть в историю идти, вы все прекрасно знаете, что Санкт-Петербург строился как с самых первых дней основания, как многонациональный город многих культур и конфессий. И у нас традиционно отмечаются практически все праздники, и мусульманские, и буддийские. И китайский Новый год, в общем-то, отмечался уже достаточно давно. Но более предметно или более активно начались последние годы, и я очень благодарен Генконсульству Китая, потому что в прошлом году у нас был первый шаг, и, может быть, кто-то помнит, была подсветка традиционным красным цветом Дворцового моста. В этом году процесс расширился, и мы традиционно будем отмечать все 15 дней, с самого начала, то есть с сегодняшнего дня, и заключительный день красных фонарей 15 числа. 21 числа. Я надеюсь, что мы как раз еще к следующему году уже четко выучим все цифры. Подготовки и в организации участвовали практически все комитеты. Особое внимание и особую благодарность хочу сказать, это комитет по культуре, комитет по спорту. Конечно, здесь не представлен, но это комитет по энергетике, потому что заслуживает большой благодарности. Все это связано с энергетическими системами. Практически во всех направлениях и в подсветке, и в праздновании мероприятий принимали участие наши спонсоры. Мы потом отметим обязательно. И что немаловажно, вы знаете, появилось некое такое желание узнать побольше. Ведь что река таить? Когда процесс работы начинается, все-таки, да, чиновники, надо выполнить саму задачу. Но вот скажу вам честно, в прошлом году, когда только начали организовывать этот процесс, я так достаточно плотно изучал направление, оказалось, что, в общем-то, мы по многим направлениям, по основам, по перспективам деятельности мы очень схожи. И те вещи, которые мы сейчас, казалось бы, только начинаем делать, на самом деле мы уже многие семьи не делали, отмечали. Вот, пожалуй, основные вещи, потому что более глубже и серьезнее ответят наши коллеги. Я тут хотел сказать, что, наверное, все равно вопросы будут задаваться. Практически большая часть финансовых затрат несли спонсоры и китайские генеральные консульства. Спасибо. Дорогие друзья, мы прежде всего должны сказать о том, что мы действительно впервые так широко празднуем китайский Новый год. И если раньше мы всегда знали, что только с наступлением китайского Нового года сбываются все предсказания, которые вот по китайскому календарю каждому году мы всегда читали, интересовались этим. Вот теперь мы имеем возможность не только вот сказать себе о том, что вот и нашелся настоящий Новый год, когда все хорошее наконец сбудется, но мы и
отмечаем этот праздник вместе с нашим русским и китайским народом. Я надеюсь, что многие китайцы примут участие в праздновании в Петербурге, что это привлечет и туристов из Китая. Ну и мы действительно очень серьезно готовились к этому празднику со своей стороны. И кроме, собственно, финансирования бюджета города, мы постарались, в общем, сделать и программу достаточно насыщенной. Причем, как вы знаете, сегодня мы открываем неделю китайского кино, и в 7 часов состоится торжественное открытие, собственно, празднование китайского Нового года единственным. Но кроме фильмов у нас большая культурная программа, и у нас будут и выставки в музее театра музыки, и мастер-классы, и у нас будут целая сумма культурных мероприятий. Кстати, обратите внимание, закроется очень большим таким культурным событием программа празднования китайского Нового года в капелле. Великолепный концерт будет. Но я хотел бы сказать сейчас о другом, что не только город, не только городская власть готовилась к празднику, но и вот в мюзик-холле будет большая программа, специально подготовленная к Дню Нового года. И она подготовлена мюзик-холлом по инициативе, собственно, Тверской мюзик-холла. И 15-16 февраля пойдут представления мастеров школы Байковского в Шарине. Это, насколько я знаю, впервые вообще у нас в мюзик-холле такие мероприятия проходят. Но там дальше будут национальные китайские танцы, игры экзотических музыкальных инструментов, шоу «Гуанчжэн», «Гуджэн». Я также обратил внимание, что тоже по инициативе «Ленэкспо» там пройдет ярмарка китайских праздников весны, там также целый ряд мероприятий будет подготовлен, и народные танцы, и песни артистов из Китая, и мелодии из традиционных музыкальных инструментов. Там будет тоже шоу мастеров ушу китайцзы, можно будет приобрести подарки и сувениры. И это тоже такая вот инициатива, ну, как сказать, администрации этого комплекса. И, видимо, они как-то координировали свою деятельность с китайским консульством, но это тоже такая инициативная работа. Да? Не то, что запланировано, организовано, подготовлено правительством города. Я бы также обратил ваше внимание на то, что в подготовке праздничного уборства города принимала участие администрация комитета печати. Это тоже отдельная часть работы, которая проводилась по подготовке к празднику Центральной городской детской библиотеки Пушкина, кстати, с 6 по 19 февраля пройдет цикл лекций, там 10 лекций будет, и они будут посвящены истории искусства Китая. И они познакомы вот гостей с истоками, традициями, образами китайской культуры. То есть мы считаем, что вот это тоже будет достаточно интересное такое направление, все эти мероприятия, библиотеки будут, на наш взгляд, очень интересными. Ну и нужно, наверное, также сказать об этом горожанам, рассказать, так, чтобы люди учли эту возможность и смогли с 11 по 22 февраля прийти в музей театра музыки и театрального музыкального искусства и познакомиться с историей веера и с символическими значениями, наносимыми на мир, владельцем секретной живописи тушью, техникой подбора цвета и узора. Также каллиграфия будут уроки, как и мастер-классы по каллиграфии, тоже в музее театрального музыкального, все там. И история будет каллиграфии, и стиль этой каллиграфии, обучение техники. Значит, также будет вырезание бумаги там же. Из нескольких часов будут складывать традиционного китайского дракона. Вот тем, кто Китай ему интересуется, все это, наверное, будет действительно интересно. Просто яркое такое, ну, по-своему, я считаю, шоу тоже. Просто посмотреть, просто поприсутствовать, это будет интересно. Ну и вот дальше будут мастер-классы по китайской живописи по Хуа.
от творческом кластере арт-муза, также можно будет познакомиться с историей китайской живописи и написанием картин на шелке или бумаге с использованием туши и водяных красок. Ну вот так вот примерно сложится программа. А 22-го в капелле, значит, будет солистка Пекин Скотера Каи Чуэ и солистки Мариинского театра Монтера Павлова в сопровождении государственного симфонического оркестра под руководством Сергея Стафера. Вот такой примерно актерский состав и такой содержательный вот план у нас на дни празднования китайского Нового года и весны. И очень приятно, что китайская весна начинается в феврале. У нас еще зима, а мы вспомним и порадуемся вместе с вами, дорогие друзья, наступлению весны. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы всех собравшихся поприветствовать от имени Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и сказать о спортивной части праздника весны. Планируется проведение мастер-классов 18 февраля в 547 школе Красносельского района, мастер-классы по китайским шашкам, это вэйци или го, как мы привыкли называть эти шашки, и также по ушу. Причем совместный мастер-класс как монахов Шаолиня, которые приезжают в наш город, так и наших профессиональных спортсменов, которые представляют Санкт-Петербург на различных соревнованиях международных, в том числе. Поэтому это очень интересные мастер-классы, причем уровень их как будет полезен как и для школьников, учеников школы, так и для профессиональных спортсменов, которые могут что-то интересное в этих мастер-классах почерпнуть. Также в рамках празднования китайского Нового года 12 и 13 февраля в гостинице «Рэдисон Прибалтийская» состоится турнир на призы генерального консула Китая по игре в китайские шашки «Вэйци». Этот спорт у нас динамично развивается, в том числе и в нашем городе. И сейчас совместно с Федерацией Санкт-Петербурга, с Федерацией России шашек мы рассматриваем наш город Санкт-Петербург на включение, на право проведения в следующем году чемпионата Европы по шашкам в России. Поэтому вот то мероприятие на кубок генерального консула, который пройдет скоро, будет как один из этапов популяризации шашек. Так что по нашей линии все. Добро пожаловать на спортивные мероприятия. И хочется также верить, что в следующем году расширится наше сотрудничество. Вполне возможно, что с генеральным консульством мы проведем мероприятие в рамках какого-нибудь соревнования между правительством и генеральным консульством. Спасибо. Спасибо. Институт Конфуция Востоковомощения, большая честь для нас участвовать в ГИСО, организаторами фестиваля «Веселый праздник весны», это традиционное участие. Действительно, фестиваль в этом году получился очень разнообразным и многогранным. Можно будет почувствовать и узнать китайскую традиционную культуру действительно в самых разных ее проявлениях. Как никогда, этот фестиваль проходит действительно с особым размахом. Нужно признать, что уровень гуманитарного сотрудничества России и Китая, в общем-то, недостаточно высок.
все-таки доминирует в отношении двух стран экономическая составляющая. И наш институт Конфуция стремится стать платформой, которая проводит культурные проекты, знаковые культурные проекты в городе. И с этого года мы получили статус пилотного культурного института Конфуция. Мы были отобраны среди 500 институтов Конфуция по всему миру. Всего было отобрано 11 таких институтов. И мы готовим проект новых мероприятий в сфере культуры и искусства, которые будут проводиться в 2016-2018 году. Они будут посвящены сценическим искусствам Китая и визуальному искусству. Еще раз благодарим Оперконсульство за возможность принять участие и помочь в организации фестиваля «Веселый праздник весны». Спасибо. Дорогие记者朋友们，各位来宾，大家好。今天是我们中国的农历新年的大年初一，我在此仅代表中国驻圣彼得堡总领馆给各位同仁拜年了，祝大家猴年吉祥，万事如意，阖家幸福。Добрый день, дорогие гости, уважаемые журналисты. Сегодня первый день Нового года по китайскому календарю, и я от лица Генерального консульства Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге хотела бы поздравить всех присутствующих с китайским Новым годом, пожелать исполнения 10 тысяч дел, так как задумано, счастья и благополучия в ваших семьях. 这个欢乐春节的活动是圣彼得堡市政府和中国驻圣彼得堡总领事馆共同联合举办的。这次的活动内容非常的丰富，非常的精彩，相信各位朋友能够非常的喜欢。在此呢，我也非常的高兴能够和这么多的记者、媒体的朋友们，还有各位来宾共度中国的新春佳节。Фестиваль «Веселый праздник весны» – серия мероприятий этого фестиваля проводится совместно Генеральным консульством Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге и правительством города. Действительно, в этом году фестиваль получился очень разнообразным, насыщенным, включающим много различных культурных мероприятий. И особенно отрадно, что сегодня на пресс-конференции участвует такое большое количество СМИ и журналистов. Спасибо, что вы пришли. 我还要特别的感谢圣彼得堡市政府，感谢市长巴高琴科先生，感谢副市长嘎拉路诺夫先生，感谢外联委的主席，感谢外联委的副主席，感谢文化委、体委、这个教委、卫生委等等各个这个市政府的委员会的这个大力的支持和参与。感谢各位朋友的支持，感谢各界友好人士的支持，才有我们2016欢乐春节这么丰富多彩的活动。Я бы хотела выразить сердечную благодарность губернатору Санкт-Петербурга господину Полтавченко, вице-губернатору господину Говорнову, председателям комитета по культуре, комитета по внешним связям, вице-председателям этих комитетов, также председателю по физической культуре и спорту, всем друзьям, всем тем, кто принимал участие в организации этого фестиваля, всех этих мероприятий. 圣彼得堡是俄罗斯的北方之都，是俄罗斯的文化之都，也是俄罗斯的教育之都，更是中俄友好之都。Санкт-Петербург является культурной столицей России, столицей науки России, столицей образования и, главное, это дружественный Китай город. 在圣彼得堡举行这么隆重的庆祝中国农历新年的活动，充分体现了两国关系的重要性和特殊性，体现了圣彼得堡
同中国务实合作的高水平。 Нынешний фестиваль отражает высокий уровень развития отношений Китая и России, отражает значимость отношений двух государств. Фестивальный сон праздник весны проходит по всему миру, в более 100 странах и 30 городах мира. 那么我们也希望圣彼得堡庆祝中国春节的活动能够成为两国文化交流一张亮丽的名片。 Я надеюсь, что фестиваль «Сеул праздник весны» станет своеобразной визитной карточкой взаимодействия, сотрудничества Санкт-Петербурга и Китая. 也是能够这个推动两国务实合作，增进两国人民的友谊，使我们中俄两国世代友好。 Я надеюсь, что этот фестиваль сможет способствовать развитию реального сотрудничества России и Китая в самых разных сферах и будет укреплять дружбу Китая и России. 春节确实是中华民族最盛大的一个传统节日。 其中汇聚了丰富的中国文化的元素，寓意着春节寓意着冬天即将结束，春天即将来临，体现了中华文化天人合一的这样的理念，也体现了人们对美好未来的憧憬和期盼。 Праздник весны является самым главным, самым важным традиционным праздником в Китае. Этот праздник символизирует обновление природы. Заканчивается холодный период года и начинается весна. В этом празднике отражается концепция единения человека и природы. А также этот праздник воплощает надежду Китая на прекрасную новую жизнь. 都要回家跟父母一块儿过年，也体现了中国的孝的文化。这个在春节盛大的节日里，一家人团聚在一起，共度青春。这个特别是在三十晚上，一定要一起吃一顿年夜饭。 Праздник весны является воплощением единения семьи. Неважно, как далеко ты находишься от своей семьи, во время этого праздника ты должен обязательно вернуться домой и проводить его в кругу своих родственников. Также праздник весны является воплощением культуры сыновней почтительности в Китае. И очень важно новогоднее застолье, когда семья собирается вместе и ужинает. 过的时间比较长，其实有一个多月。那么真正开始准备的时候呢，是从年前的腊月，腊月这个初八就开始筹备农历新年的活动。腊月初八那一天要喝腊八粥，寓意着明年五谷丰登，有一个很大的这个收获。 Мероприятия праздника весны на самом деле в Китае продолжаются более месяца. И начинаются мероприятия, посвященные празднику весны, в последний месяц уходящего года. Есть праздник, который называется Лабадзи. Это название связано с месяцем, который он проводится. В этот день готовят специальную кашу, которую называют лабаджоу. И эта каша символизирует богатство и достаток в новом году. 紧接着呢，就是要过一个小年。小年之后呢，各家各户就要扫房子，就要这个准备年货。然后呢，这个到了三十晚上的时候，要贴春联儿。 要这个贴门神、贴年画等等。Затем наступает так называемый малый Новый год, когда
нужно обязательно сделать генеральную уборку дома, вынести все пыль и ссор из дома, отправиться за покупками, за новогодними товарами и начать украшать свой дом. Вывешиваются парные благопожелательные надписи, картинки с хранителями домашнего очага и иероглиф счастья. 三生晚上呢要守岁，守岁呢就是一家人不睡觉，这个吃了年夜饭之后呢，这个到了夜里12点的时候要放鞭炮，还要吃饺子，寓意着明年平平安顺顺利利。啊，长辈呢要给晚辈压岁钱，晚辈呢要给长辈拜年。 Кому Нового года нельзя спать, все собираются вместе, ужинают, и обязательным блюдом являются пельмени. После ужина все отправляются, запускают хлопушки, петарды, фейерверки, детям дарятся деньги, так называемые детские деньги в красных конвертах, а младшие родственники и дети поздравляют старших с Новым годом. 大年初一呢，也就是今天，大家呢都要走出去这个串门，要去这个拜年，同事之间、朋友之间、家人之间，走亲串友，这个拜年，今天也是最隆重的一天。 Первый день Нового года, то есть сегодня, китайцы отправляются к своим друзьям и родственникам, поздравляют их с Новым годом. То есть мероприятие, посвященное этому празднику, проходит за дверями дома. 那么今天从今天开始呢，中国的各个城市都在呢过年这个节庆的氛围之中。 中国有56个民族，每一个民族也有自己的传统的习俗。由于时间关系，我在这不能一一跟大家介绍。希望将来有机会，我们把各个民族传统的过年的习俗展示给朋友们。 Китай сейчас погрузился в празднование Нового года, в новогоднюю атмосферу. Празднование проходит во всех уголках Китая. И, как вы знаете, в Китае насчитывается 56 национальностей, и у каждой национальности есть свои особенности в праздновании Нового года. К сожалению, не могу сейчас поделиться с вами этими интересными фактами, но надеюсь, что будет возможность представить традиции празднования Нового года самых разных национальностей в Китае. 那么最后呢，就是这个寓意着中国的农历新年即将结束呢，就是元宵盛会。元宵盛会这一天呢，南方呢是放这个花灯、点花灯，那么这个北方呢是吃元宵，吃汤圆儿。那么庙会呢也是最隆重、最热闹的中国民俗的一个综合的大的展示。 那么这一次呢，我们也非常高兴的呢，能够头第一次在圣彼得堡今年的农历新年中，我们一个压轴的节目就是十五正月十五的庙会，这个呢是在正月的21号。希望在座的记者朋友们带着你们的家人都去快看一看庙会，感受一下中国文化的魅力。 Завершается празднование китайского Нового года праздником фонарей. На юге и на севере есть отличия. Проведение этого праздника любуются фонарями, едят лакомство, которое называется там юань. Это готовится из клейкого риса с разной начинкой. И кроме того, в этот день посещают храмовые ярмарки. И впервые в Петербурге в Юнэкспо 21 февраля пройдет такая ярмарка. Я надеюсь, что вы сможете отправиться туда со своими родственниками и насладиться настоящей традиционной китайской культурой. 最后呢，让我们一块儿祝愿我们2016年欢乐春节圣彼得堡的所有的系列活动取得圆满成功，愿这些活动给圣彼得堡的市民和朋友们留下深刻的、难忘的印象。谢谢。 В завершение я хочу пожелать, чтобы фестиваль «Веселый праздник весны» прошел с большим успехом. И надеюсь, у нас станет самые теплые воспоминания петербуржцам и гостям города. Спасибо. Пожалуйста,
Во-первых, хочу госпожу поздравить с великолепным праздником и пожелать вашему лице, всему китайскому народу, его процветания и дружбы с российским народом. И вопрос у меня такой традиционный, раз мы говорим, праздник Китая в Петербурге начинается с недели кино и Нового года китайского. У меня вопрос такой. В России, как известно, каждый Новый год накануне 31 января показывают фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это ему уже более 40 лет, и он стал традиционным фильмом, россиян на Новый год. У меня вопрос такой, а есть ли в Китае фильм, который китайцы любят, и традиционно каждый год его показывают на телевидении? Спасибо.非常的繁荣，所以说呢，我们现在不仅仅就是每一年以贺岁片开始了，那么有很多优秀的影片，可以说是应接不暇的。我们这次的电影周的这个今天选取的这个片子也是非常的有意思的。它是反映了中国的一个现代的一个家庭，这个教育孩子的一些方式和外国人相处的一些文化差异，但是最终都能找到各国文化中优秀的东西。我相信通过这样的文明互鉴，我们相互的学习，相互的补充，我们的文化交流能够上一个新的台阶。谢谢。В Китае тоже есть такие знаковые фильмы, но не сложилась традиция показывать какой-то один фильм, потому что очень разнообразная телекультура и много различных фильмов, поэтому не показывают какой-то один фильм. Те фильмы, которые были, те киноленты, которые были отобраны для недели китайского кино, они очень интересные. Их отличает самое разнообразное содержание. И сегодняшний фильм будет повествовать о том, как можно находить общий язык представителям разных культур, как можно учиться друг у друга и как строится вот этот опыт взаимообмена между представителями разных культур. Добрый день! Я тоже хочу присоединиться к поздравлению, потому что Новый год отметить несколько раз в год, это же здорово. Мы отметили свой Новый год, теперь китайский Новый год. И вот в России есть такой Дед Мороз, это волшебник, который приносит подарки. Многие дети какого-то возраста верят в это. А в Китае есть какой-то волшебник, в которого верят дети, а может быть и взрослые, которые тоже приносят подарки в Новый год? Или там так прозаично, что родители дают деньги в красном конверте и все? 在中国呢，没有这个唯一的圣诞老人，但是呢，这个有很多的是这样的圣诞老人的这样的形象，比方说，现在在中国的家庭里，这个在过年的时候，这个一个小孩他能够得到这个姥姥、姥爷、爷爷、奶奶、姑姑、舅舅。叔叔大爷姑姑姨的很多很多人的红包，所以说呢应该来说呢，这个小孩呢就是特别的开心，在过年的时候也这个特别愿意过年。我想说呢在中国呀，它是一个这个懂得感恩的这样的一个民族，也是中国特别有独特的一个孝文化的这样的一个国家，所以说呢，这个在中国呢，这些也有这个老人为孩子祈福，孩子呢孝敬老人这样的一些文化，
非常的丰富，将来有机会我愿意呢把这些呢都细细的讲给你。Одного вот такого персонажа, как Дед Мороз, но есть различные проявления, скажем так, этого персонажа. Но во время Нового года ребенок, вот представьте, он получает красные конвертики от родителей, от бабушки, дедушки со стороны матери, со стороны отца, от дедьев, от тети. И получается, что в итоге, да, он оказывается обладателем множества красных конвертиков, и дети очень с большим удовольствием отмечают Новый год в Китае. Китай свойственно, в китайской культуре есть концепция милосердия, понятие силы почтительности и уважения к старшим, и история культуры Китая значит множество примеров проявления любви, уважения к старшим и любви к младшим. И если будет возможность, обязательно вам эти все истории расскажу. Я тоже хочу присоединиться к поздравлениям с Новым годом китайским. И тоже хочу спросить про Новый год. В России у нас йога, подарки, и, естественно, взрослые всегда поют детям, что некоторые наши песни в лесу родилась елочка. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, и мы это скромная, веселая была. Есть ли такая песенка общая для детей? Есть у вас такая елка? Спасибо большое. С Новым годом!在中国的这个也有很多传统的这种歌谣，特别是在我们少数民族的地区，在过年的时候，他们都有自己这个独特的庆祝新年的这样歌曲，比方说还有一些敬酒歌，还有一些这个当然这歌呢不是同一首歌。当然我们在每年的春节晚会上，就是三十晚上的晚会上，我们也有同一首歌，最后就是欢乐这个今宵。这个在中国呢，这个孩子们也非常的这个喜欢过年。那么这个我中国它不是像俄罗斯哈，它这个新年的时候呢，这个标志呢在家里边放一些或者在户外啊一些圣诞树，但是呢，我们中国呢有独特的一些装饰，比方说在过年的时候一定要这个在农村啊贴窗花，现在家家户户啊要贴春联儿。春联上面呢都是中国的一些诗词啊，都是一些非常有传统的中国文化的一些东西，还有呢挂上红灯笼，还有呢就是这个贴门神，祝这个祈福啊，明年丰收好运健康平安。所以说在中国的传统文化中，庆祝新年的这样的内容极为的丰富。Есть очень много детских песен новогодних, и у каждой национальности есть своя песня, потому что в Китае очень много различий региональных, много национальностей, у них сложили свои собственные традиции. Мы не ставим елку на Новый год, как в России, но есть множество других традиций, как мы украшаем наш дом. Мы вешаем парни благопожелательные надписи. Они желают удачи, процветания, здоровья, благополучия в Новом году. Вывешиваются изображения охранников дома. Кроме того, фонари тоже являются украшением на Новый год. Картинки вырезаны из бумаги, китайский лубок, новогодние картинки. 还有我想补充的就是我们很多的内容啊寓意啊都这个在年夜饭中体现了，这一餐饭不是普通的一餐饭，这一餐饭里面也还有很多文化的内涵，比方说三十晚上这餐饭一定要有鱼，那么就预示着年年有余，
一定要有饺子，那就是顺顺利利。南方呢，一定要有年糕，那就是年年高。还有一定要有鸡，那个鸡呢，就是象征着吉祥如意等等。每一个菜呢，它都有很多的故事和讲究。Я бы хотела дополнить, что праздничный новогодний стол, блюда, которые готовятся на Новый год, они все с большим смыслом. Например, обязательно готовят рыбу, потому что берут рыбу по звучанию, также в другом тоне, считается как богатство. Точно так же пельмени, новогодний пирог, который готовят на юге. Каждое блюдо несет особый смысл. Главное – это главное пожелание, пожелание удачи, здоровья и богатства в Новом году. Спасибо. 今年是中国的猴年。猴呢是这个敏锐、智慧、勇敢的象征。过去大家可能都看过孙悟空啊，这个美猴王他是无所不能。希望今年也给俄罗斯朋友们带来好运。Новый год это год обезьянок, как вы знаете, и обезьяна это находчивое, отважное, смелое животное.Есть очень известный персонаж, герой романа «Путешествие на запад» Сумикун. Вот он является таким образцом воплощения самых лучших обезьяньих качеств. С микрофона, может быть, так послышно. Вопрос для сражения генерального консула. Какого масштаба празднования впервые готовят в Петербурге? Такая же тенденция и в других городах России, и за пределами России в этом году. И еще вопрос к Илье Дмитриевичу, если можно. Сколько насчитывает китайская община человек? Спасибо.
нужно открывать телевизор. У нас уже время открывать телевизор. По количеству тут есть представители китайской общины, которые цифры скажут, потому что они разнятся. Я просто хотел очень подчеркнуть две вещи. Мы традиционно отмечаем этот праздник впервые вот таким вот масштабом. Уже второй год выступление губернатора и поздравления с китайским Новым годом транслируется по телевидению Китая. И что очень важно, в настоящее время, наверное, как всегда, Санкт-Петербург и в этом плане самый первый, мы впереди. Скажите два слова. Спасибо. Мне 23 года в этом городе. Работаю в китайской диаспоре, китайское общество около 20 лет. Но я впервые видел такой масштабный отмечать китайский Новый год. Это чрезвычайно, я могу убедительно это свидетельствовать. Насчет 21 число, Константин Иванович и госпожа Горин уже рассказывали много. Евгений Дмитриевич и свидетель. В прошлом году, 7 марта, при открытии китайского деловой центра в Ленинском, в китайском доме Евгений Дмитриевич открыл этот фестивал, мы проводили подобные мероприятия. Больше 8 тысяч населения в этом площадке, в китайском доме. Потому что Ленинская – это своя история, полвека. И свою большую массовую поддержку. Петербургцы три поколения знают, что были Ленинство. Именно такое преимущество в этом году, особенно при непосредственной поддержке, даже непосредственной руководстве правительства Санкт-Петербурга комитетами, он должен выглядеть гораздо лучше и выше. Мы сейчас сутками работаем, чтобы петербургцы показали такое комплексное мероприятие, чтобы он выйти. Только что госпожа Кумин говорила, что это постиг заключительный. Там тоже будет кино, там мастер-класс, искусство, живопись, китайская культура, китайская это кулинария, медицинное, оздоровительные всякие направления. Будет из Китая артисты, диаспора, все общественные организации Петербурга, около 10 тысяч китайской диаспоры в этом городе, в том числе и представители государственных предприятий, общественные организации, студенты будут все участвовать, свидетельствовать при такой большой поддержке города, общества и населения, стараемся сделать блестящее заключение. Хотя настоящее заключение будет 22 февраля. Спасибо. Особенно присутствующие ведущие прессы поддерживать. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, у меня еще небольшое количество времени, на минуту я постараюсь уложиться. Вообще, хотел бы сказать, что для меня большая честь находиться сегодня в этих почетных гостей и быть представителем такой мини компании, как «Хайнаньские авиалинии». Ну, и пока мне предоставилась такая возможность, хотелось бы от лица компании «Хайнаньские авиалинии» поздравить всех с китайским Новым годом. Чжу дача синьян хуайло, синьшму хэсуэ, шэнхи тянхан, пинан, руин, суи си, суи суи пинан, хоунен, дачи. Сейчас. Говоря о нашей компании, прежде всего хотелось бы сказать, что Хайнаньские авиалинии в течение 23 лет предоставляют очень высококачественный сервис именно в сфере перевозок, гражданских авиаперевозок. Теплое, почтительное отношение, также высокие требования безопасности являются, конечно же, самым главным обслуживанием каждого нашего пассажира. Для нас российское направление всегда было очень приоритетным и важным, и даже сейчас, несмотря на экономическую ситуацию в России, по-прежнему является приоритетным. На данный момент мы имеем два регулярных рейса из Пекина, это Москву, и из Санкт-Петербурга. Если не брать во внимание экономический аспект,
то можно сказать, что благодаря нашим усилиям мы строим своего рода воздушный мост между двумя государствами для того, чтобы создать наилучшие условия для общения между двумя нашими великими народами. Хочу пожелать успехов проведения этого замечательного мероприятия. Мы очень надеемся, что благодаря нашей поддержке веселого праздника весны как можно большее количество русских людей смогут узнать о традиционной китайской культуре, киноискусстве и китайских обычаях. И в завершение хотелось бы сказать, добро пожаловать на борт компании «Хайнаньской авиалинии». Путешествуйте вместе с нами. Всех с Новым годом. Спасибо.